У меня вопрос по поводу сексуального влечения. Я думаю, что для мужчин это почти что непреодолимая природа, которую мы приобрели со временем. И я хочу спросить, если кто-то развивается духовно, становится ли его сексуальное влечение менее компульсивным? Видите ли, человек способен сделать осознанным каждый аспект своей жизни. Это относится и к сексуальности. Вы можете сделать и это осознанным процессом. Как только это становится осознанным процессом, это перестает определять направление вашей жизни. Это не будет чем-то, что бесконтрольно работает внутри вас. Это будет что-то, чем вы управляете. Вот какой должна быть жизнь человека. Не так ли? Вы сами решаете все в своей жизни. Вас не тянет к чему-либо. С какими только проблемами люди не сталкиваются из-за того, что их влечение компульсивно. Не так ли? Если бы это был осознанный процесс, то они бы знали, когда, где, как и что. Не так ли? Просто посмотрите на то, сколько сейчас происходит изнасилований. Не щадят даже маленьких детей. Это не назовешь нормальным, не так ли? Это что-то нечеловеческое. Это даже животным не назовешь, это ниже животного. Потому что это такая компульсивная сила. Да, это ужасно для ребенка. Но мое сочувствие распространяется и на насильника. Насколько далеко зашло его вырождение? Насколько компульсивен он должен быть, чтобы совершить что-то подобное? Чтобы человек мог опуститься до подобного? Насколько должна быть сильна в нем компульсивная сила, чтобы он мог сделать такое? Это происходит, потому что в жизнь не был привнесен осознанный процесс. Если бы только люди могли хотя бы 10 минут в день делать что-то осознанно, вы бы увидели, что все подобное бы заметно сократилось, очень сильно бы сократилось. Дело не в том, что им не хватает секса, или что секс им недоступен. Они должны так поступать просто потому, что это такая компульсивная сила, не так ли? И это встречается все чаще, не только где-то в одной стране, по всему миру. Это встречается все чаще. Не то чтобы этого не было в прошлом. Пожалуй, сейчас это заметно как никогда. Но это было всегда. Люди, одеты в человеческое тело, но внутри себя живут как абсолютные животные. Делают такое, что даже животное бы не стало делать. Не так ли? Люди делают то, что даже животное не стало бы делать. Так что это должно стать осознанным процессом. Это не должно быть влечением. Это не должно быть компульсивным влечением. Это может быть осознанный процесс. Как только этот процесс станет осознанным, вы сможете решать, что вы хотите в своей жизни и в каком количестве. Вы сами сможете решать, что вам нужно и что не нужно. Не так ли?